Доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые наши коллеги. Мы очень рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре издательства «Просвещение». Я Ирина Петровна Чередниченко, кандидат педагогических наук, методист-эксперт группы компании «Просвещение». И сегодня мы заявляли вебинар вместе с участием учителя практика. И вебинар у нас назывался «Обсудим с учителем». Очень хотелось вопрос, который мы вынесли на вебинар, с практической точки зрения вот, педагога-практика рассмотреть, чтобы он опытом поделился. Но, к сожалению, сегодня принять участие Марина Витальевна Адонович в вебинаре не сможет в связи с занятостью очень большой на работе. У нее уроки в это время. Так получилось в расписании, поэтому сегодня работать буду с вами я. И у меня к вам большая просьба, уважаемые коллеги, как всегда, будьте активны в восприятии того, что мы сегодня обсуждаем. Готовьте свои вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чат, и в конце нашей работы на вопросы я с удовольствием на ваши отвечу. Почему мы выбрали такую тему, уважаемые коллеги? Дело в том, что вопрос мотивации учебно-познавательной деятельности, он очень такой уже давно и пристально изучаемый в педагогике, рассматриваемый и в методике преподавания предмета, одним из ключевых является. То есть он не новый, можно сказать, но хотелось бы актуализировать еще раз эту тему, поскольку, ну, с одной стороны, у нас нормативные документы, наш государственный образовательный стандарт сегодня ориентирует на развитие личностных качеств ученика, а в структуре личности большое значение имеют мотивы, то есть сформированная мотивация действительно является одним из критериев личностного развития. И, в общем-то, наличие внутренней такой мотивации является критерием сформированности личности. Это с одной стороны. С другой стороны, мотивация – это обязательный компонент и важнейший компонент, скажем, структуры учебной деятельности. То есть это тот компонент, без которого учебная деятельность состояться не может. И поэтому с точки зрения и развития личности, с точки зрения освоения предмета и методики преподавания предмета, нам очень важно рассмотреть этот вопрос. И, как всегда, хотелось бы уделить внимание вначале уточнению ключевых понятий, коими являются понятия мотив и мотивация. Понятия эти, хоть и связаны между собой, но по смыслу очень отличаются. Мотив в психологии, да, означает некую причину побудительную, либо какую-то конкретную цель, к которой стремится человек. Ну, обобщенно скажем, причина, которая побуждает к деятельности. Мотивация же – это та сила, которая двигает человека непосредственно в действии. Это процесс, который обеспечивается внутренними психологическими процессами, эмоциями, мыслями, чувствами, переживаниями. Именно они становятся таким движущим, скажем, фактором, да, активности человека в какой-либо деятельности. И вот нас будет сегодня интересовать именно мотивация. И, как я уже сказала, в контексте того, что это, с одной стороны, структура учебной деятельности, то есть компонент структуры учебной деятельности, с другой стороны, сформированная мотивация является признаком высокого развития личности. Что классики нам в психологии говорят о мотивации? Хотелось бы обратиться к цитате Льва Семеновича Выгодского. Посмотрите, как она звучит. «Прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его
этой деятельности, то есть ею позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам. Вот здесь как раз заложено то, о чем мы говорим с вами, да, сегодня, заложен смысл мотивации как части, структурной части деятельности активной и мотивации как, в общем-то, проявление, да, внутренних процессов человека. Очень важно, чтобы мы опирались именно на внутренние силы ученика, то есть на его внутреннюю мотивацию, которая более эффективна в деятельности, нежели внешняя. Сегодня мы поговорим с вами о приемах, которые можно использовать в преподавании биологии для того, чтобы мотивировать ученика на активную учебно-познавательную деятельность. И вот лучше самих учеников нам никто бы не подсказал, да, каким образом нам это делать на самом деле, потому что свои мотивы ребята очень легко излагают. То есть вот нам кажется, учителям очень часто, что вот дети не мотивированы на учебу, мы предлагаем, мы как-то исходим из своих соображений о том, какие мотивы надо формировать в деятельности, каким способом это делать, а на самом деле дети нам подсказывают, какие мотивы включают в их в активную работу, в процесс обучения, да, даже тогда, когда он сложным становится. Когда они это подсказывают? Ну, когда просто мы их спрашиваем об этом. Вот когда у пятиклассников, у шестиклассников, ребят, которые начинают изучать биологию, спрашивают, а для чего ты будешь учить биологию или для чего бы ты хотел изучать биологию? Ребята отвечают следующим образом. Чтобы сориентироваться в выборе профессии или чтобы выбрать профессию. Или, может быть, мне биология поможет организовать мое свободное время, мой досуг. То есть какой-то интерес удовлетворить. Чтобы биология помогла мне сохранить здоровье, соответственно, научиться правильно питаться, научиться правильно ухаживать за собой, соблюдать все правила здорового образа жизни. Ребята, например, которые отвечают на вопрос, для чего они учат биологию, очень часто говорят о том, что они хотят стать умными. То есть, ну, по сути, развить свои умственные способности для того, чтобы достигать впоследствии очень высоких результатов и в учебе, и в своей будущей жизни, в карьере и так далее. Ну, конечно же, вопрос о том, что научиться учиться, тоже стоит всегда актуально для ребят. И очень многие ребята отвечают на вопрос, что биология поможет нам учиться, то есть научиться учиться так, чтобы было интересно и несложно. И, наконец, чтобы сберечь природу, чтобы сохранить землю, очень часто такой ответ от учеников звучит, потому что сегодня мы очень много говорим, да, об ответственности человека за будущее нашей планеты, за то, в каком состоянии находится сегодня природа, ответственности каждого. Поэтому, конечно, ребенку хочется нести в свою какую-то лепту, да, вот в этот процесс сбережения природы и даже в глобальном значении, да, поучаствовать в сохранении нашей Земли как обитаемой планеты. Вот так отвечают на вопросы дети. На вопрос «я учу биологию, для чего и зачем?». И я думаю, что именно от этих вопросов, подсказок, да, нам и надо двигаться, когда мы говорим о том, что является мотивами, и которые заставляют ребенка преодолевать трудности в процессе обучения или заинтересованы и активно учиться. И вот таки, мотивировать именно, опираясь на такие, скажем, предпочтения ребенка, мы предлагаем с помощью имеющихся методических приемов, которые предлагаются в учебнике. Вот сегодня далеко не будем ходить, не будем изобретать как бы своих собственных, да, приемов, а посмотрим, какие нам приемы формирования мотивации к активной работе предлагают авторы учебников.
Я бы хотела обратить ваше внимание на УМК Владислава Ивановича Сивоглазова, биологию. Мы сегодня будем на его примере разбирать такие приемы. И очень коротко должна сказать, вот здесь на этом слайдике, да, что на протяжении этого года обучения мы продолжаем использовать и концентрические, и линейные учебно-методические комплекты. У МК Владислава Ивановича Сивоглазова это концентрический комплект. С переходом на новый государственный образовательный стандарт со следующего года у нас с вами ребята, которые начали заниматься по концентрическим программам, они будут продолжать по ним заниматься. Поэтому комплект этот действующий. Действующий на сегодняшний день, действующий в ближайшие годы, до тех пор, пока у нас ученики не закончат по концентрам обучаться по как бы старому уходящему стандарту. И вот мы сегодня с вами приемы формирования мотивации, вот тех, удовлетворения тех мотивов, о которых мы говорили, да, детских, мы разберем как раз на примере этого УМК. Но давайте посмотрим, как может биология помочь сориентироваться в выборе профессии. Если мы обратимся сегодня к учебникам 5-го, 6-го класса и даже старшей школы, вот этого УМК, мы с вами увидим, что очень много в методическом аппарате учебника «Думай, действуй», так широко называется этот методический аппарат, можно увидеть много заданий, с помощью которых ребенок может узнать о сферах практического применения биологических знаний, о профессиях, связанных с биологией. Эти знания идут не только от текстов учебников, но и еще к этим знаниям подвигают соответствующие задания, которые предлагают авторы. Ну вот посмотрите, пожалуйста, задание рубрики «Обсуди с товарищами». Почему биологические знания нужны каждому человеку? Размышления на этот вопрос должны вывести на практическое применение биологических знаний, чтобы ребенок мог привести конкретные примеры. Если он затрудняется это сделать, опираясь на собственный опыт, на собственные знания, то он может обратиться к дополнительным источникам информации, чтобы ответить на этот вопрос. А значит, получить информацию о том, где в каких практических сферах применяются биологические знания, профессии каких людей связаны с биологией. И здесь можно тоже по-разному обыграть этот вопрос, попросить представить список биологических профессий, может быть, составить таблицу к этому вопросу, где будут сферы практической деятельности человека раскрыты, да, и, соответственно, профессии людей, которые в этой сфере человеческой деятельности функционируют. Посмотрите, какие вопросы тоже побуждают размышлять на тему практического применения биологических знаний и о том, какие профессии связаны с биологией. Какова, по вашему мнению, задача медико-генетического консультирования? Вопрос для старшеклассников, когда мы можем говорить о том, что данная деятельность, да, да, решение такой задачи медико-генетического консультирования, да, оно и связано с работой ученых-биологов, генетиков в частности, а также медиков, врачей, которые занимаются вопросами репродукции, да, человека и так далее. И посмотрите, пожалуйста, такие задания, как обсудите с родителями, какие способы вегетативного размножения вы используете у себя при посадках в саду, в огороде, дома. Пожалуйста, это такой политехнический вопрос, который позволяет оттолкнуться от непосредственно собственного опыта, да, и опыта своей семьи, и дальше двигать ребенка к размышлению о том, а где, в каких сферах человеческой деятельности такие биологические знания, помимо бытового использования, могут применяться, да, какие профессии основаны на использовании, значит, знаний, связанных с выращиванием растений, с размножением растений, соответственно, с посадками растений
в садах, в огороде, соответственно, в парках и так далее. Ну, посмотрите, такой, казалось бы, вопрос очень бытовой. Запишите в тетради рецепты квашения огурцов, которые используют в вашей семье, да? Вот это как раз вовлечение в такую деятельность, которая связана на самом деле с технологией приготовления пищи. А ведь все технологические у нас процессы, да, приготовления продуктов питания качественных, они имеют биологическое обоснование. Поэтому вот почему именно такой рецепт используется, почему все ингредиенты рецептуры должны быть соблюдены, почему это очень важно соблюсти все, значит, рецептурные вот эти элементы, да, вот этот разговор должен вывести на то, что люди, которые занимаются профессионально приготовлением, заготовкой, значит, обычно, да, вот на длительный срок фруктов, овощей, люди, которые, работа которых связана с приготовлением продуктов питания, это очень ответственная работа, требующая серьезных биологических знаний. Ну и здесь мы еще привели много примеров таких заданий, которые в зависимости от того, в каком контексте мы будем с ребятами их обсуждать, они выведут на понимание того, каким широким является диапазон биологических профессий и насколько в разных профессиях иногда нужны и узкие, и в то же время глубокие, то есть узкие я имею в виду связанные с определенным биологическим направлением, с вопросами определенной биологии, в то же время очень глубокими биологическими знаниями. Так что мы рекомендуем вам для того, чтобы мотивировать ребят учиться вот с целью, да, сориентироваться в выборе профессии, искать в учебниках и в рабочих тетрадях такие задания, которые бы помогли ребятам познакомиться с различными профессиями, с содержанием деятельности людей разных профессий, я имею в виду биологических. Теперь, как биология поможет сориентироваться в выборе профессии старшекласснику? Ну, конечно же, мы тоже должны внимательно отнестись к тому, какой ресурс для нас составляет в этом отношении учебник. И вот здесь посмотрите, прикладная генетика, то есть селекционное направление в биологии, да, оно как раз дает нам возможность познакомить ребят с такими профессиями, как селекционер, садовод, растениевод, животновод, зоотехнолог, биотехнолог и так далее. Причем это не только через информативный очень текст осуществляется, да, но и я обращаю внимание, и сегодня вот этот основной прием показываю, это работа с различного рода заданиями. Ну, например, заданиями, почему для каждого региона нужны свои сорта растений, пород животных, какие сорта домашних растений вы выращиваете на своих дачных или приусадебных хозяйствах, большой вопрос, да, ну, а также здесь можно разговор вести о том, кто занимается выведением новых сортов растений, пород животных, как формируется семенной фонд вот таких вот сортовых растений и так далее, племенной фонд различных животных. Ну и вот вопрос, связанный с таким практическим направлением, как создание трансгенных растений, он лежит в плоскости, конечно же, знакомства с содержанием работы биотехнологов, то есть людей, которые в этой отрасли прикладной заняты. Ну и, конечно, когда мы говорим о том, какие профессии есть биологические, мы обязательно должны ребятам показывать, да, насколько важно иметь глубокие знания для того, чтобы прочные глубокие знания для того, чтобы в этой профессии уметь работать, соответственно, и добиваться успехов. Как биология поможет организовать досуг? Вот вопрос, да, ну вот хотелось бы, чтобы биология была таким интересным предметом, чтобы еще какой-то свой занимательный интерес удовлетворить. Ну вот посмотрите, пожалуйста,
как задание в учебнике подвигают ребят к тому, чтобы читать книги о природе, ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, проектировать, высаживать цветники, проводить наблюдения в природе, фиксировать их. Вот такие задания мы найдем в учебнике у МК Владислава Ивановича. Составьте список известных вам книг о живой природе. Выберите несколько наиболее понравившихся вам, найдите их в домашней или школьной библиотеке и начните их читать. Вот, пожалуйста, организация досуга. Выберите любой известный вам водоем, ну, скажем, поблизости, да, расположенный, и с помощью взрослых или самостоятельно попробуйте перечислить его обитателей. Результат запишите в тетрадь. А результатом может быть еще и серия фотографий, например, да, то есть можно объявить некую фотоохоту за обитателями близлежащего водоема, ну и, соответственно, собрать целый альбом, фотоальбом, значит, интересных таких вот живых объектов природы, а может быть и какие-то еще интересные идеи появятся у юных фотографов, да, которые вот объявляют, которым дается задание такую фотоохоту осуществить. Вот такое задание, посмотрите, пожалуйста, мы приводим. Вспомните или узнайте у родителей, как называются растения, живущие у вас дома, какие еще комнатные растения им или вам известны. Ну и здесь, посмотрите, пожалуйста, предлагается в таблице описать, значит, либо имеющиеся дома растения, или известные, или узнать о каких-то растениях и описать их требования, да, к факторам жизнедеятельности. И вот это как раз является таким фундаментом, скажем так, и теоретическим, и в общем-то, фундаментом практическим для того, чтобы ребенок мог заняться, например, разведением комнатных растений у себя дома. Во-первых, здесь и с видовым разнообразием есть возможность познакомиться через это задание, но и понять, что, например, интересные, допустим, виды растений, которые ребенка заинтересовали, например, их достаточно просто выращивать в домашних условиях. Вот, пожалуйста, таким образом организуется один из замечательнейших досугов, да, которые могут занять свободное время, удовлетворить познавательный интерес ребенка. Ну и еще некоторое количество заданий здесь мы привели. Например, создание коллекции. Ну, сейчас мы очень аккуратно относимся вообще к этому заданию создать коллекции, ну вот в частности создать коллекции насекомых, ну несмотря на то, что членистоногих очень много в природе, но все-таки и несмотря на то, что у нас очень многие ученые большие начинались с коллекционирования, скажем так, например, Джеральд Даррелл, но, конечно, лучше создавать такие коллекции, которые не наносят ущерба видовому разнообразию. Ну, это могут быть коллекции мхов, например, да, это могут быть совершенно небольшие какие-то образцы определенных видов мхов, совсем не в таком количестве, да, скажем, отобранные в коллекцию, которые не предоставляют ущерба для, ну, жизнедеятельности самого растения, видового разнообразия растений и так далее. Это могут быть коллекции лишайников, например, это могут быть коллекции семян растений, традиционная наша коллекция. Ну и здесь другие задания тоже представлены, которые связаны с тем, чтобы обратить внимание, насколько природа является вдохновляющим таким фактором, да, для, например, поэтов, художников, писателей. И поэтому здесь вот предлагаются вопросы, которые тоже организуют определенным образом, да, досуг ученика вместе с родителями. Вот здесь очень много, кстати, заданий в УМК Владислава Ивановича, которые побуждают к сотрудничеству вместе с родителями. Это очень важно. Значит, составьте список художников и названия их картин,
на которых изображены, например, растения или животные, какие поэты используют образы хвойных растений в своих произведениях. Вот так биология, она предоставляет возможность очень широко удовлетворить свой познавательный интерес в разных даже областях знаний и практической деятельности и организовать свой досуг. А как же... Так, ну вот здесь еще, да, вот на этом слайде мы показали дополнительное еще задание уже для старшеклассников из учебников 7-8 класса, касающихся вот ухода, например, за животными или, например, получения информации о животных. Это опять обращение о том, чтобы рассказать о прочитанной книге, например, или прочитать ту или иную книгу. И вот очень интересное задание – предложить свой план наблюдения за насекомыми-опылителями, например, в летний период. Ну, это, по сути дела, составить целый план исследовательский, да. Вот, ну и здесь, конечно же, целый комплекс, да, вот таких отчетных, может быть, документов составлен от, значит, фотоальбома до описаний самих насекомых-опылителей, их особенностей поведения и так далее. Вот. Подготовка презентации, например, связанная с аквариумом или декоративным рыбоводством, например, да, такие задания, как подвигающие, да, обсудить со своими одноклассниками мероприятия по устройству живого уголка или зверофермы, например, да, или ухода за домашними животными. Но очень часто, кстати, ребята это обсуждают. У кого есть домашние животные, да, породы разные, и они требуют разного к себе внимания, разного ухода, много что нужно учитывать, и связанного и с внешними особенностями животных, и их физиологией. И вот это ребята очень активно обсуждают. И поэтому на уроке можно прям конкретизировать задание. Да? Допустим, предложить тем, у кого есть домашние животные, питомцы, обсудить, как они ухаживают, правильно или неправильно, составить какие-то рекомендации, помочь друг другу в этом вопросе и так далее. Ну, вот... Выполнить такого рода задания, как подготовить сообщение, например, об истории флористики, да, это как раз тоже очень интересный вопрос, который позволяет ребятам и удовлетворить познавательный интерес, да, в этой области, но еще и позволяет с профессией флориста. И нарисуй пейзаж или натюрморт, изобрази на них свои любимые растения. Вот ребенку, который любит рисовать, очень приятное такое задание, скажем так, да, которое и биологическое, да, и в то же время оно, в общем-то, ну, как сказать, обучение в удовольствие это называется, да, вот так. Вот это то, что является к проявлению внутренней мотивации. Ну и, конечно, еще вот такие вопросы, которые здесь мы положили, цветы, лучший подарок поразмышлять на эту тему, да. Вот, какова роль растений в архитектуре и прикладном искусстве? Это вот как раз продолжает тему флористики, вот этот вопрос, и его и назначение вот, обсуждения таких вопросов, то есть и знакомство с такой, ну как сказать, со сферой, где можно просто удовлетворить свой познавательный интерес, заполнить свое время с удовольствием, с интересом, но в то же время познакомиться с профессиями. Как биология может сохранить здоровье, да, ребенку? Но и здесь нам надо быть очень внимательными. Раз это является мотиватором к изучению биологии, значит, все возможные темы, где только мы можем
преломить их вот с позиции того, как определенное знание может быть полезно для сохранения здоровья, для предупреждения болезней каких-то, для того, чтобы правильно питаться, для того, чтобы оказать какую-то первую помощь человеку, попавшему в такую ситуацию, да, которая связана с риском для здоровья. Ну, например, как мы знаем, да, при отравлении, допустим, грибами, там что, бывают такие ситуации, да, как надо действовать, или как можно избежать отравления грибами, да, как можно избежать отравления, предположим, консервированными продуктами, например, да, какие нужно правила использовать для того, чтобы, значит, избежать таких последствий и так далее. То есть вот эти все моменты, мы должны их замечать в содержании биологическом и в текстах. И обратите внимание, очень многие задания, они как раз их подвигают на такую работу, которая приводит к определенным вот выводам для себя, да, ребенка, как можно сохранить, беречь здоровье. Посмотрите, это задание для 5-6 классов. Задание при изучении бактерий. Вот предложите способ сохранения свежего молока. Посмотрите, как здесь можно развить это задание. Но сохранить продукт свежим, да, это значит, какие-то правила его нужно разработать, значит, хранение, соответственно, и обосновать эти правила хранения с биологической точки зрения. То есть действие в данном случае предупреждающее, допустим, отравление испорченным продуктом, оно должно быть биологически обоснованным. Вот это то, к чему мы должны все время вести ребенка. Да, обосновать то или иное действие, вот, составить правила, например, безопасного поведения в природе, безопасного использования объектов живой природы. Например, составьте список растений, которые используют пищу ваша семья. На самом деле это задание можно еще обыграть вот с точки зрения того, какую пользу, вот видите, слово «использует», то есть употребляет с целью получения какой-то пользы. Вот какую пользу приносят те продукты, которые употребляет в пищу семья? И достаточно ли таких продуктов полезных в рационе питания семьи? Это очень интересный для ребят всегда вопрос. Вот такие интересные задания. Предложите меры, направленные на снижение травматизма в школе и на улице. Это очень актуальная тема, потому что как бы мы понимаем, что травмирующих факторов вне помещения может быть очень много, да? А вот внутри помещения, где ребята проводят большую часть времени, там тоже немало, скажем так, таких ситуаций может возникнуть, которые могут привести к травмам. И вот это очень интересный вопрос, как нужно вести себя так, чтобы поведение было безопасным для здоровья и в школе, и дома, и на улице, и в лесу, соответственно, и вблизи водоема и так далее. То есть вот здесь мы должны говорить об этом всегда и везде, где позволяет нам это сделать содержание. Посмотри, как сидите вы и ваши товарищи на стуле, как это может сказаться на вашей осанке. То есть вот проверь, да, свою осанку, и это может быть как раз, это тестирование, да, может помочь ребенку сформулировать для себя какие-то определенные правила и им следовать. Составьте рекомендации по гигиене зрения. Составьте перечень глазных заболеваний, охарактеризуйте их. Да? Когда мы говорим о каких-то негативных изменениях в организме, мы обязательно должны вести разговор о причинах, которые к ним приводят, для того, чтобы, значит, предотвратить такие заболевания или какие-либо отклонения. Так, ну вот... Конечно же, курс «Человек и его здоровье» нам дает такого материала в большем количестве, но и изучение растений, изучение животных, а также изучение биологии на обобщенном уровне в курсе общей биологии
тоже является как вот благодатным, да, для того, чтобы удовлетворить этот мотив. То есть мы везде должны, раз это такое желание у ребенка есть, да, учить биологию ради того, чтобы сохранить собственное здоровье, значит, мы должны максимально помнить об этом и максимально задействовать все ресурсы учебника прежде всего, да, и других учебных пособий и дополнительных источников информации, чтобы помочь ребенку удовлетворить эту потребность. Значит, следующий момент, да. Вот здесь еще продолжение. Видите, как я не удержалась, еще на одном слайде поставила задание. Очень много, потому что заданий в УМК Владислава Ивановича, которые как раз вот позволяют удовлетворить такой мотив ребенка. Значит, посмотрите, пожалуйста, проанализируйте таблицу на странице 164. Это речь идет о таблице, где описаны микроэлементы и продукты, в которых они содержатся. Отсюда вот такое, собственно, задание, которое и познавательное, и в то же время вот позволяет протестировать даже, да, значит, собственные подходы к питанию, правильно ли питаемся, значит, достаточное количество микроэлементов получаем, то есть по тому рациону, да, который имеется. Или вот абсолютно практикоориентированный вопрос. Видите, как очень любят ребята многие грызть капусту и морковку, но редко кто сосредотачивает внимание на том, что каротин усваивается, это провитамин А, он усваивается, будучи растворенным в жирах, да, поэтому употребление морковного сока, морковки желательно вот со сметаной, со сливками, то есть с продуктами молочными, где есть, значит, молочные жиры, которые легко растворяют каротиноиды в себе и поэтому как бы легко транспортируют их таким образом к нам в организм. И еще дополнительные вопросы, которые я долго комментировать не буду, но все эти вопросы, они так или иначе не столько о заболеваниях, да, хотя и о них должен ребенок знать, сколько о том, какие меры должны быть соблюдены, то есть какие гигиенические правила должны соблюдаться для того, чтобы такие заболевания не возникали в течение жизни. Как же биология поможет развить умственные способности и достичь высоких результатов? Вот тем, кто хочет быть умным, биология очень много предлагает такой возможности. И вот какие здесь, можно сказать, все задания, да, работают на, в общем-то, развитие мысли ребенка, на формирование, на освоение способов мыслительной деятельности, логических способов действий, да, логических действий, и развивают мышление. Но посмотрите, особым потенциалом для этого обладают задания рубрики «Обсуди с товарищами», «Выскажи мнение». И мы дали здесь очень большой диапазон таких примеров, которые побуждают ребенка прежде всего к рассуждению, к размышлению, к тому, чтобы научиться понимать сложный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, понять сложный вопрос, ответить на него. Посмотрите, каким сложным вопросом является вопрос. Насекомые, развивающиеся с полным превращением, имеют больше шансов выжить в конкурентной борьбе между особями одного вида, чем насекомые, развивающиеся с неполным превращением. Вот этот вопрос для девятиклассников, да, но посмотрите, какой он сложный по своей структуре, по тому, по смыслу, да, который необходимо раскрыть, отвечая на этот вопрос. Поэтому вот такая тренировка для ума, она как раз удовлетворит потребность ребят, желающих развить свои умственные способности.
Здесь есть и задания, где нужно пропуски в тексте заполнить, то есть пропуски в терминах биологических заполнить. Это очень интересное задание, которое позволяет, ну, во-первых, не только грамотно освоить биологический язык, но еще и, знаете ли, очень важно использовать как бы семантику, да, слова, то есть происхождение слова, то есть чтобы понимать, почему то или иное слово пишется так или иначе, да, термин биологический, нужно знать, каково его как бы происхождение. Поэтому это тоже очень важно для умственного развития, для того, чтобы обнаруживать смыслы в определенных понятиях, очень сложных понятиях биологических, потому что биологических понятий очень много у нас, большущий диапазон. Ну и вот очень интересный вопрос тоже для тренировки ума, как мы говорим, да, это то, что любое заболевание в основе своем имеет поражение конкретных клеток или нескольких, или множества клеток и так далее. Это очень интересный вопрос. Вопрос, организм – это живая система или, например, растение – это биологическая система, животное – биологическая система. Это тоже очень сложные вопросы, где помимо предметных знаний, да, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще и метапредметные знания иметь, в частности, понимание смысла таких метапредметных понятий, как система, например, специализация, например, да, и так далее. Так, ну и, наконец, как биология помогает самостоятельно организовать учебную деятельность? Вот, то есть вопрос ребенка, как научиться так, чтобы было интересно и нетрудно учиться? То есть приемы, у ребенка есть потребность, да, в том, чтобы освоить такие приемы учебной деятельности, чтобы было легче с каждым годом, да, учитывая сложность содержания, все легче, чтобы легче было учиться. И мы это всегда называли вот «учись учиться», да, такое направление, то есть это была серия советов ученикам, какими надо пользоваться приемами, чтобы обучение было легким. Но здесь, конечно, это такой вот внепредметный подход, конечно, можно такими памятками ребенка снабдить, но когда при обучении предмету еще и ребенок получает такие, скажем так, регулятивные рекомендации, да, то есть задания, которые формируют регулятивные действия, которые нужны очень как инструмент для того, чтобы дальше легко учиться. Вот на это надо обращать внимание. То есть учебники снабжены такими заданиями, скажем так, да, как мы говорим, надо просто эти задания уметь увидеть и использовать в методике преподавания предмета и в обучении биологии, чтобы ребенок этим тоже мог пользоваться. То есть ему надо обязательно такие задания давать, на них обращать внимание. Это задание по, например, правилам проведения исследования. Вот посмотрите, пожалуйста, это сами непосредственно лабораторные работы исследовательского характера, где, в общем-то, таким организующим инструментом является инструкция для выполнения лабораторной работы. Здесь мы видим, да, в учебнике, вот в частности, этого МК очень много лабораторных работ с инструктивными такими дается картами, как мы говорили раньше. Вот. Дальше такие задания, как составить план статьи параграфа или составить план целого параграфа, придумать вопросы к отдельным смысловым единицам, пунктам параграфа. Это все на самом деле, значит, такие вот побуждения к определенной работе с текстом. Вот это один из самых трудных видов учебной деятельности – это работа с учебным текстом, особенно научного содержания. Поэтому вот такие
задания, они позволяют освоить как раз навыки работы с текстом. И, как я уже говорила вот в предыдущем, да, в предыдущем слайде, говорила о том, что это развивает умственные способности ученика, да, вот, например, заполнение недостающих букв терминов биологических, но и еще в том числе и организует на такую словарную работу, то есть на работу с биологическим словарем, на грамотную работу с биологическим словарем. Вот, и в случае как бы неких затруднений в освоении тех или иных терминов мы всегда отправляем ребят к работе действительно с биологическими различными словарями и словарями происхождения терминов, и вообще биологическими словарями. То есть вот эти все приемы работы, их ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что в том, чтобы освоить их, дети выражают свою потребность. И мы должны обязательно эти пользоваться. Это мотивирует ребят на активную учебно-познавательную деятельность. Если ребенок может совершать то или иное действие, то есть он умеет учиться, то ему учиться и интересно, и легко. Вот поэтому инструменты учебной деятельности – это хороший такой, как владение этими инструментами, хороший мотиватор. Так, ну, в принципе, мы такой с вами обзор уже завершаем, да, который посвящен тому, чтобы посмотреть, как биология может самостоятельно организовать учебно-познавательную деятельность. И остается нам только рассмотреть вопрос, а как биология поможет сберечь природу, да, вот у ребенка такой мотив учебной деятельности. Хочу участвовать в сохранении жизни на Земле, хочу быть активным участником, поддержания чистоты в том месте, где живу, например, да, там, где учусь и так далее. То есть вот есть у детей сегодня, слава богу, такая потребность, получается, да, вот быть активным в отношении природоохранной деятельности. Вопрос, как это делать, вот это как раз доля ответственности учителя, помочь ребенку в этом сориентироваться. Вот. И вот этот двигатель, да, желание принести пользу нашей земле, активно участвовать в мероприятиях по охране природы, вот этот мотив, на котором мы должны опираться. И как этот мотив, как его, этот мотив сформировать, как его поддержать, как удовлетворить потребность в такой деятельности. Вот опять мы показываем, что есть задание. Надо смотреть и содержание параграфов в учебниках, да, и в том числе задание. Обращать внимание на то, что, вот, допустим, задание «Подготовьте перечень мероприятий, направленных на сохранение ценных видов рыб», например, да, но здесь могут быть ценные какие-то виды растений и так далее, как раз побуждает детей к тому, чтобы свой интерес в этой области удовлетворить. Почему удобрения необходимо вносить в строго определенных количествах? Чем опасен их переизбыток? Вот этот разговор очень важный. Здесь он связан со здоровым образом жизни, с одной стороны, да, лично для каждого человека, потому что мы употребляем в пищу растения, которые выросли с использованием удобрений. Вот. И в то же время это вопрос, который природоохранный имеет аспект, да, то есть с точки зрения вот здесь вот как бы грамотное использование удобрений, да, с точки зрения не нанесения вреда, урона, соответственно, почве, ее плодородию и так далее. Так, ну, а также другим живым организмам, которые страдают, если как бы перенасыщение есть, да, удобрениями полей, садов, огородов, когда, значит, сточные воды уносят эти химические вещества в водоемы, и там, соответственно,
в цепях питания эти вещества, они передаются и приводят к определенным последствиям, негативным для человека в том числе. Вот. Ну и очень важный вопрос, какой личный вклад может внести каждый человек в решение проблемы перерасхода пресной воды. И вообще вот обращение к тому, какой вклад лично ты можешь внести, да, в то, чтобы там меньше, предположим, вырубались деревья, чтобы меньше загрязнялся воздух, чтобы меньше было мусора и так далее. Вот эти вопросы очень важные на самом деле, и их надо поднимать на уроках там, где содержание обучения оно является благоприятным. Так, ну и вот тоже еще субъективное, да, отношение, каково ваше отношение к охоте, и я бы, например, задала еще дополнительный вопрос, а как можно, если человек, например, у него нет потребности охотиться ради добычи пищи, да, допустим, а просто, скажем, охотиться для удовлетворения там какого-то своего азарта, как можно заменить такой интерес человека, да, удовлетворить его по-другому. Вот очень хороший вопрос, который нужно обсудить с ребятами любого, кстати, возраста. Так, ну вот, пожалуй, все на сегодня, уважаемые коллеги. И, конечно, вопрос, связанный с мотивацией учебно-познавательной деятельности и приемами, с приемами как с формированием мотивации, это очень обширная тема. И мы сегодня, как я уже говорила, останавливались только на тех приемах, которые можно использовать, отталкиваясь от заданий, которые у нас в учебниках находятся, очень близко к нам в учебниках, в рабочих тетрадях. И предлагаем вам воспользоваться на этом слайде, видите, как до 28 октября как раз на одной из очень интересных серий по естественно-научной грамотности у нас есть стих. Кстати, там очень много заданий, которые вот как раз вот в русле сегодняшнего нашего занятия лежат, то есть много заданий, которые как раз позволяют ребенку удовлетворить интерес в разных направлениях, изучая биологию, выполняя задания по нашему предмету. Ну вот у меня на сегодня все, уважаемые коллеги. Какие есть вопросы? Екатерина Андреевна. Спасибо большое за вопрос. Уважаемые коллеги, я сказала вначале, что УМК Владислава Ивановича Сивоглазова, ныне действующий УМК, он соответствует концентрической структуре содержания. Но, как еще тоже говорила, что у нас ребята, которые сейчас вот в пятом классе, допустим, да, работают по концентрическим УМК, они у нас будут продолжать учиться по этим УМК и при переходе на новый образовательный стандарт вот с 22 года. То есть нынешние пятиклассники, которые станут шестиклассниками, они будут продолжать работать по концентру. И таким образом закончат, да, обучение вот в режиме концентрической структуры. Что касается вот ближайшего будущего перехода на новый ГОС, то я могу сказать, что у нас все УМК будут иметь линейную структуру, и УМК Владислава Ивановича Сивоглазова, который я сейчас в качестве примера приводила, да, мы с ним работали, он будет представлен, предложен в линейной версии. Готовится уже линейная структура этого УМК к экспертизе, и мы надеемся, что федеральный перечень учебников, этот учебно-методический комплект, войдет в линейной структуре. Но более подробно мы об этом еще будем говорить на наших ближайших вебинарах, по мере того, как будем двигаться, да, вот, к тому, как будут утверждаться учебники, какие учебники войдут в федеральный перечень, обязательно поговорим. Особенности линейной структуры, о том, какие учебно-методические комплекты будут реализовывать эту структуру содержания. Екатерина Андреевна, еще есть вопрос? Вот. Ну, я думаю, коллеги, мы
сегодня были полезны для вас. Ждем вас на наших новых вебинарах. Ближайшие состоятся в ноябре. Приходите. Будем говорить и о подготовке к ЕГЭ, и будем разбирать очень серьезные методические вопросы. До новых встреч, уважаемые коллеги!